Красивые пейзажи нашей республики. И не только впервые в Карачаево-Черкесии прошла выставка работ художника с Урала Ильгиза Юнусова. Она посвящена 60-летию возвращения карачаевцев на историческую родину и 50-летию художественно-графического факультета, а ныне Института культуры и искусств. Алла Динаева ознакомилась с работами мастера. Один этаж Института культуры и искусств КЧГУ превратился в выставочный павильон. Увидеть работы художника Ильгиза Юнусова собралась творческая интеллигенция. Здесь царила атмосфера праздника искусства, теплоты и юмора. Я начну с его слов, которых он сам не помнит. Я художник, поэт, композитор и рыбак. Пишу картины, сочиняю музыку и слова к ней. В общем, творю, как умею. Профессию нефтяника он поменял на творчество. Окончив нефтяной техникум, Ильгиз Юнусов работал на скважинах полуострова Магышлак. Там и раскрылся талант художника. Очарованный просторами Каспийского моря, Ильгиз Юнусов берется за кисти, краски и появляются первые работы. Я хочу, чтобы такие замечательные выставки, которые призывают нас к красоте, могли работать на гармонизацию нашего внутреннего мира, нашего окружающей природы, красоты и то, что мы лицезреем вокруг нас. Большое вам спасибо. Все работы, они пронизаны любовью к природе. Они очень ярко, красочные. В каждой работе присутствует сама жизнь. Вот посмотрите на эту работу. Это такая мирная жизнь. Дай Бог, чтобы в мире царила тишина, спокойствие, чтобы у нас была возможность больше встречать таких художников, как ты. И большое спасибо. Ильгиз Юнусов окончил Московский университет искусств. С 1978 года он участник всесоюзных выставок. Вот уже 4 года Ильгиз живет в Краснодарском крае, преподает в художественной школе. Пейзажи Домбая, Архыза, Рожкава запечатлены на его работах. Уже 6 лет он пишет красивые места нашей республики. Другой художник с Урала приезжает в Башкирию и пишет «Мой край». Каждому земля, который живет в этом крае, приятно. Мы говорим языком кисти, краски, цвета, так что я много не могу говорить, но скажу, я очень старался, мучился, страдал, короче, ну, делал это. Не знаю, как получилось, это вам судить. Так что спасибо, что пришли. В творчестве Ильгиз отдает предпочтение природе, в единении с которой показан человек. Животные, деревья и люди написаны в одной тональности, в радостной гамме. Выставка продлится до 27 апреля. Алла Динаева, Али Бостанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевск.